Дружно и спортивно. Так начало нового десятилетия встретили севастопольцы в парке Учкуевка. Зона отдыха стала своеобразным подарком городу к Новому году. И в первые дни 2020-го прошло настоящее испытание на прочность праздничными гуляниями. Мы здесь были семьей 1 числа, 2 числа. Атмосфера хорошая, спортивная. На турниках ребята занимались. Людей было много, особенно очередь была на горках с разными новыми аттракционами. Детское многоголосие там не утихает до сих пор. Большой популярностью пользуется, например, веревочная башня. За 1,5 недели дана максимальная нагрузка. Справилась. Я думаю, отличная конструкция, полностью внушает доверие, все отлично. Никаких проблем не вижу, в принципе, все безопасно и хорошо. Как вы думаете, еще долго простоит все это? Я думаю, конечно, долго. Думаю, ну, выполню все требования. Думаю, да. Я помню этот парк, когда это были, ну, дикие деревья, ужас какой-то, грязь. Сейчас просто великолепные впечатления. Под впечатлением от преобразований и Екатерина Малыш, хотя здесь не впервые. С сыном уже исследовали территорию, как говорится, вдоль и поперек. Очередная прогулка показала, натиск новогодних каникул игровые зоны выдержали. Все как новое. Прошли весь парк, все посмотрели, на всех площадках детских побывали. Все очень нравится. И большое спасибо жителям и гостям северной стороны, что все еще пока целое и невредимое. Памп-трек также цел и невредим. Ян Вылогин подтверждает, а его мама добавляет. Ян – начинающий экстремал, но в профессиональную трассу влюбился сразу. Такая в Крыму одна. Он объездил весь этот трек по всем горкам, по маленьким, по большим. Вся дорога целая, никаких ямок, трещин нет. Раньше мы ездили в город кататься, теперь есть поближе на Учкуевке. Ему тут очень нравится. И место притяжения любителей спокойного отдыха тоже как в день открытия парка. Мы со съемочной группой здесь уже не первый раз и все время здесь много народу. Но, как видим, за неделю активного использования этих качель и гамаков все цело. Канаты не оборваны, цепи тоже на месте. На месте и скамейки. Правда, на них уже нацарапаны первые надписи и грязь, судя по всему, от обуви. Но большинство культуру соблюдает. И отмечают прогулку в парке не засечками, а красивыми фотографиями. Благо, обстановка, говорят любители позировать, подходит безупречно. Цвет, места, фон красивый. Все идеально. Надо только, чтобы фотограф был соответствующий, хороший. Тогда фотографии будут набирать много лайков, наверное, да? Ну, конечно. В Инстаграм вечером, конечно, выложим. Отметим парк Учкуевка. А значит, к тысячам фотографий с такой геолокацией, на которых впечатленные парком севастопольцы, добавится еще один снимок. Ильдар Саудабаев, Деливер Меджитов, новости Севастополя. Да, спасибо.